Итак, вы смотрите вторую часть моего прохождения Люциус, с вами Ice Slate, так что привет всем подписчикам Game Adventures. И мы продолжаем выносить добрых обитателей этого дома всякими хитмановскими методами. Но вот я, честно, пока хз, что делать, я к нему подошел и как бы что-то... Вот ты где, Люциус, дай-ка поглядеть на тебя, кажется, ты сильно вырос с тех пор, как я видел тебя последний раз. Ну, конечно, блядь, пердун старый. Заходит редко, сидит, стакан тут что-то... Ну и что? Надо что, самому думать, блин, я... Так, надо спереть у него спички, судя по всему, что их... Чувак, давай бухнем. Давай бухнем, чё, про учебу поговорим, сейчас бухнем. Блять, разбил. Ну если чё, это ты разбил, понял меня, усатый. Усатый, блять, Михаил Павлович. Так, ладно. Окей, значит, чисто теоретически, как его можно вынести? Блять, сколько тут всяких ящиков, блять, сколько тут можно всего, ёптвою. Хватит крутиться вокруг Люциуса. Вот тебе, чувак, почитай, очень клёвую книжку, кстати, я читал. Ничего такая. Так, окей. Ну что я могу сказать? Нам нужно спереть спички, я так понял. Судя по тому, как он там, блин, сидит, раскинулся, их к ним вообще реально не подойдешь. Я так, я что-то пока в замешательстве. Подсказок тут, как всегда, естественно, нету. Тут вообще не, пока почему-то ничего нету. Я что-то не пойму, что делать. Ладно, на карте что отмечено? На карте все пропало. И это, в принципе, блин, замечательно. Это значит, что типа все, вот тебе свобода, думай сам. Зашибись. Так, ладно. Капля никотина убивает лошадь. Сигарета убивает Гену. Я его буду Геной называть, потому что его зовут Джин. Гена. Короче, чувак, блядь, дай мне спички нахуй. Заебал. А, их еще и даже... Даже я ничего не спалился перед ним. Ты не можешь это сделать, пока тебя кто-то видит. Блядь, а как мне сделать, чтобы он меня не видел? Мне вот что, кокнуть что ли сначала, а потом... А можно тебя Макс Пейн, пожалуйста, сыграть, кстати? Офигенно, звук... Кстати, звук пианино, что-то у вас не настроено, оно как-то пшикает, ну ладно. Так, окей. А-а-а! Бля, вот что михерово становится. Тут крест, ёб твою мать. Прикольно. Прикольно. Ладно. Так, заперто. Окей. Ну что, будем осматривать первый этаж и думать, что можно сделать. Судя по всему, нужно стащить спички, а чтобы стащить спички, надо что-то отнять. Вот как ты вот... Не волнуйся. Да я, блядь, не похуй, я ее кокнул. Вот замок. Вот, смотри. У нее аж судороги начались, все, и пизда настал. Ну нормально. Зато теперь все на своих местах. Дорогой, оставайся, не беспокойся. Сегодня папа пришел, Джин, они занимаются. Да охеренными делами занимаются. Папку от пропал, тут сидит бухает. Вообще нормально, охеренные дела просто. Ну ладно. Вот этот чувак здесь. Так, это была клевая магия. Да. Лампочку здесь можно спереть, это неспроста. Так, ну чисто теоретически. Чисто теоретически. Это точно лампочка? Ну да, это лампочка. А что можно делать? Блин, смысл брать твёртку. Чувак, подвинься, блядь, мне тут надо вещи свои. Да иди нахер, блядь, толстяк, ёпта, Ивар какой-то, ёпта. Тревор, ёпта. Ну её тоже незаметно не сопрёшь. И как... Как пользоваться... О, я нашел как... Ух ты! Ладно, а как пользоваться спецспособностями? У меня же есть телекинез, или как это называется. О, господи. Так, ладно. Что у нас? Здесь у нас эта фигня, кухня. Что есть на кухне смертельного такого? Тут что-то должен быть какой-нибудь яд, я не знаю. Во всех таких домах есть какой-нибудь яд, блин, какой-нибудь. Блин, клево, что тут все интерактивно, тут можно вообще все лапать, нормально так. Поэтому и свобода огромная, и поэтому, как я не люблю, хер знает, что делать, никаких подсказок нет. Мусорный мешок. Я знаю, куда его... Ладно, далеко идти до моей комнаты, ладно, пусть валяется здесь. Это не я. Так, ладно. А до верха я не дотянусь, смысла нет. Хотя... Можно как-нибудь стул взять? А на инвентаре у меня что? Да нет, ничего у меня. Хер знает, ни этих, ни, блин, ни подсказок, ничего. Че, труп уже вынесли? Есть тут что-нибудь? Ничего нет. Понятно. Еще варианты, еще варианты. Ищем варианты, ищем варианты, ищем варианты.
Но в печке у нас вряд ли что-нибудь есть. Ну да, тут я все посмотрел. Значит, кухня пуста. Окей, там закрыто. А там дверей не было там около него? Может, еще там... Ой, я, кажется, понял. Продолжай, я даже не смотрел. Сука! Все, я понял. Его точно надо отвлечь. Окей. Как его можно отвлечь, заставить встать? Так, что ж взять, блин? Надо как-то его... Мужик, ты бухнуть не хочешь? Давай, смотри, у меня бухло. Иди сюда. Давай, вот, бери. Подожди, он стакан. Стоп, он стакан кладет куда-нибудь. Блять, мужик, дай стакан, сука. Дай стакан. Блять, стакан дай. Как твоя учеба? Да иди ты нахуй. Куча бухла. Ну и чё, и нет тут ничего. Блин. Как пользоваться телекинезом? Кто мне объяснит? Ладно, окей. Мы играем за Люцика Ручутуню, ну как там его. А, вот, Люсика Нукян. Сейчас посмотрим управление. Так, бег назад, вперед, использовать, бросить, нормально. Телекинез 2. Ага. Ух ты, я смогу потом поджигать. Что-то они спалили все управлением, кстати. Ну ладно, так, телекинез 2 надо запомнить. Ну и в принципе тут... А, фонарик можно F-кой включать, отлично. Ну, надо пойти потренироваться, тут еще крест просто. Сейчас пойдем. Тут... А что... Понятно. Ладно. Ну, допустим, что тут можно поднять? Вон, бутылку шампанского сейчас. Ух ты. Охеренно. Блин, клёвая игра, ребят. Ладно. Значит, мы его таким образом можем напугать. Вон там лежит бутылка. Чувак, ты попал. А, блин, тут крест, сука. Ладно, если мы встанем вот сюда, дотянется? Дотянись. Блин, тут походу, причем тут крест стоит именно для того, чтобы, блин, нельзя было так сделать. Ладно, ок. Че, тебе похуй то, что тут летают, да? Окей. А, ладно, что тут можно вообще, в принципе, взять? Тут. А, так а чё я, блин, парюсь-то? Ему же похуй. Как он узнает, что это я? Телекинезом-то. Да, ты прав, он подумал, что это я глазом. Угу, конечно. 10 раз. Угу. Бред. Бред, и я бешусь, потому что я не понял, как его проходить. И еще начинается все сразу заново, вся глава. Это, конечно, пипец. Ладно, окей. Берем очередной труп. Блять, тут что? Ух ты. Пора, бра-пам-пам. Блин. Нет, ну неспроста нам открыли телекинез, правильно же? Да иди нахуй. Открыли телекинез, значит надо им пользоваться. По-любому, это просто вот реально однозначно. Там, значит, стоит крест. Значит, тут телекинезом не воспользуешься, значит, пользоваться как-то надо при нем, когда этот индикатор заполняется, наверное, не полностью. Сейчас попробуем. Ну то есть ему похуй, как бы, просто бутылка свалилась, это, блядь, случается иногда, я бы похуй посижу. А то, что я телек не могу телекинезом выключить, обидно. Блин, прикольно. Я прям себя полтергейстом чувствую. Ты чё ходишь, блядь? Объясни мне, как его убить, а? Дорогой, постарайся не беспокоить. Да я его не беспокою, я вот с этим, блядь, Геной и дядей играю. У меня все хорошо. У нас все замечательно. Да не странно, он долбоёб просто. Блин, что делать, я не понимаю. Да, в голову к нему залезть. О! Неужели? То они издеваются, что ли, то есть, да? То есть, когда я к нему третий раз подхожу, мне... Окей, ладно. Отличная информация. Охеренная просто. Вот реально. Без шуток. О, господи.
Сейчас фонариком ослеплю, ну так, блин. Пидор. Смотрите на меня. Хотя есть одна маленькая идейка. Я тут, чувак, я тут это, покопаюсь. Тут. Сука. Тихо. Пам-пам-пам. Я мастер. Так, ладно, отлично, я сделал невозможное. Печаточная система, которая предотвращает утечку газа. Для этого мне нужен какой-то инструмент. Так, я украл спички жирно, теперь он может прикурить только от печи. Я должен устроить для него ловушку. Ага. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Чё, нервируй? Бля! Быстрее, 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 быстрее! Где кухня? По-моему, здесь. А? А? Блядь, не здесь! Ай-яй-яй-яй-яй! Как печку сломать? Как? Какой запер-то? Бля-б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 ля. Тут должна быть где-то, блядь, панель управления, печка. Нет, не видел. А, он, блядь, написано от печи, блядь. Вот печь, ёпта, а это плита уже тогда уж, ёпта. Если есть в доме печь, зачем называть это печь? Ну все, я просрал или чё ли? Он пойдет потом второй раз закурит. Не ждать теперь, пока он докурит, блядь. Тебе, дать... Ой. Мне нужно найти новые спички, я не могу возиться с плитой каждый раз. А, ну значит он придет еще раз, окей. Мы тут пока по... немножко посидим. А, газовая печь с видимой системой безопасности. Как понять, с видимой системой безопасности, ёпта. А, ну чисто теоретически тут где-то должен быть... Блядь. Чё-то я в растерянности. Я чё-то в растерянности, потому что... Я, конечно, наверное, туплю. Но, блин, если ее можно только осмотреть. Нам нужно включить там ее как-нибудь на максимум. О, в чем может быть прикол? Лопаты, блядь, его он захерачит, когда он пойдет к ней подкуривать, да и все. И делов-то. Так, а может... Как можно спички... Можно какие-нибудь спички использовать? Во-во-во! Вот это... Это нельзя использовать таким образом. Ага! Ну да, это очень логично, я сейчас делаю, конечно. Что, он опять идет? Знаешь, я его слышу, то есть как бы через три двери. А, это у меня уже галлюцинации начались. Так, ладно, теперь надо думать. Ты часто куришь, мужик, тебе как бы плохо будет. Так, ну ладно. А, значит, надо думать, что нужно сделать с плитой, чтобы она, как-то написано именно, увеличила типа свою работу. Печь оснащена системой, которая предотвращает утечку газа. Какой-то инструмент. Я знаю, где достать инструмент. Здорово, мужик. Never gonna go away, bro. And desert you. Never gonna make you. Пока. Отлично, идеальное преступление. Так, ты давай, мужик, закуривай и вали отсюда, пизду. Мне надо кое-что сделать с плитой. Я тут готовить буду, у нас тут. Вообще, если сегодня плохо готовим. Да иди нахуй, Баттонс, блядь, кнопки он теряет, иди нахуй. Давай, давай, и дверь закрой за собой. Говорю, дверь закрой за собой. Пидор. Жалко, тут дверь телекинезом закрывать, блядь, ну ладно. Окей. Так, берем твердку. И... Нельзя использовать, в смысле, совместно. Я выбрал только отвертку, идиот, что ли? А. Чувак, у тебя все хорошо? По-моему, нет. Окей. Я сломал печь, но жена об этом не подозревает, теперь нужно просто подождать. Знаешь, я как-то не хочу быть свидетелем этого убийства. Я пойду отверточку пока верну. А ты пока иди кури. Докуривай последнюю сигарету своей жизни. Так, а можешь как-нибудь ему отдать отвертку-то? Мужичок, я тебе отверточку принес. Тебе отверточку принес? Да-да, без проблем. Мне как раз нужно было это. Алиби. Пойду убраться в своей комнате. Блять, я заблудился. Я уже начинаю запоминать, как... Какая пиздата картина. Окей. Убраться в комнате. Чё тут убирать-то? Я все время убираюсь в своей комнате. Ладно. Не палимся на 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 на. Чё тут?
Эй! Блин, я убирался, ну чё? Ну сейчас ему пизда настанет, чё? Сейчас ему газ прыснет, наверное, он загорится. А, он, я же газ выпустил, сейчас все взорвется нахуй же, по-моему, нет? Ну, типа того. Пизда тебе, чувак. А я-то что тут делаю? Подожди, про навыки телепортации мне еще не рассказывали, ребят. Я хочу телепортироваться. Зашибись, новая способность или что? Что он скажет? Ой, тачка газа, типичный несчастный случай, просто абсолютно. Ну давай, давай. Хм, что я могу сказать, господин Вагнер? Все это хуйня. Цель несчастных случаев, довольно зловещих. Цепь несчастных случаев. Блять, как может цепь несчастных случаев быть как бы неподозрительной? Это как бы... Привет. Тяжелая война. Да-да, проводите расследование. Это мальчик, говорю. У меня было ощущение, что в доме происходило что-то странное, но я не мог понять, что именно, поэтому решил сделать шаг назад и посмотреть, что будет. Через несколько недель раздался звонок, как раз когда жизнь возвращалась в нормальное русло. В этом богом забытом доме произошел еще один несчастный случай. В тот день шел дождь, кажется, был вторник. Уборщик, блядь, неизвестный пьяница, блядь, ремонтировал ванную в нижнем этаже западного крыла. Магазина! Я прочитал, да, я понял. Чуваку опять хуёво стало. Опять Люцифер пришел, судя по всему. Охуенные сны, кстати. Ему снятся просто. А довольно-таки оптимистичные. Он так и будет все время сидеть? Он как-то, блин, они его посадили как-то. Он как-то сидит странно, как будто в горе с моди, блин, криво рагдолом посадили. Более крутым умением. Ну давай, научи меня. Мне только надо убраться тут. А где машинки? Окей. Ты можешь натренировать... СВО. Они могли нормально сделать перевод? А, выбери чумини телеканеза. Так я им пользовался уже, идиот что ли? Игрушечную машинку? А. Пам-пам-пам! Что теперь? Блять. Теперь ты можешь перемещать предмет с помощью мышки, теперь также удерживай. И что? Ничего не происходит. А! Хо! Блять, тяжело, подожди. Это нужно... Сейчас. То есть. Так. Блин, я отпускать левую или правую, я не понимаю, или две сразу. Тяжело разобраться просто. Да, пускать две мышки сразу, я так понял. Ну ладно. Excellent. Perfect. Ну, все? Что, еще раз? Не устал? Это умение также позволяет ломать предметы. Попробуй разбить чашку кофе. А где чашка кофе? У меня вопросик. А. Так. Машинка, блядь, видите там? Very good. Охуеть, блядь. Я крутой, блядь. Там мои мячики там в порядке. Это что, бомбокс? Мне нравится деревянный бомбокс какой-то. Телекинез так заставляет включать технику. Ну давай. Клево. Клево. Прикольно. Я прям чувствую себя всемогущим. Зашибись. Мне пока нравится, довольно-таки интересная игра. Надо думать, напрягать мозги. Но, блин, с моими, конечно, мозгами это не очень. Но, в принципе, интересно. Августа 72 года. Настроение смерть. Окей. Опять хреново стало. Насколько он резко оделся. Ну ладно, вы смотрели вторую серию моего прохождения Люшиуса. Будем проходить по голове за серию. Поэтому серии будут разной длины, разного объема.
Но зато они будут как бы глава-серия. Первую главу мы прошли в первой, вторую во второй серии, следующую в серии ждите эту главу, которая сейчас началась. Надо только сейчас я мячик спрячу. Так что подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, если хотите обложить видео, комментируйте. И всем удачи и пока.